вот такие у нас сегодня две вещицы. Видите, посеребрение, все уже, конечно, подтерлось. Видите, здесь в чем его ценность? Кубок небольшой. Ну, ценность в том, что, сами можете представить, здесь написано «Мальчики» на английском «Чемпионшип», декабрь 1928 года. «Liked, liked». То есть легкий вес и «Winner», победитель, чемпион. Ну, сами можете представить, ему 90 лет скоро будет, вот этому непосредственно вещиц. Я его оттирал, весь он темный. Вот представь, теперь мальчик принес домой, да. Может, команда, может, в личных соревнованиях. Ну, может, бокс, может, там борьба. Но легкий вес, сами понимаете, это, скорее всего, какие-то единоборства. Вот. Я думаю, родители были, и он были очень горды. Может быть, еще до сих пор живой. Если живой, то пожелаем ему здоровья. Здесь есть клейма. Вот они. Клейма здесь есть. Что там? Я знаю, лев там. Ну, показано, что серебрение. Потом герб какой-то с тремя знаками, еще какой-то знак. Но это знаки обычно производителей идут. Они там ставили свои бирки. Кто знает, может подсказать, если рассмотрел хорошо. Ну вот. Он, конечно, для меня, кому-то, может, он ничего особенного. Для меня, вот если представить, особенно если чемпионом стал, там, Олимпийских игр, или там мира, или еще чего-то, представляете, знаете, кому он принадлежал бы, конечно. Ну вот. Но я думаю. И вот такой стульчик. Это известный английский курорт в Англии. Клитхорпс. Вот здесь есть надпись. Название было изменено, потому что у него было название, честно скажу, Клитхорпс был. И потом его переделали в более достойное название. Он и на английском звучал не очень прилично. Вот. Известный курорт это с 19-го, середины 19 века. Английский курорт, там на побережье, они там отдыхали, развлекались. Сам город небольшой, но до сих пор все это существует. Ну, такой красивый, декоративный. Точно я не знаю, какой, наверное, латунный, я не знаю, может, позолоченный. Это, конечно, я шучу, навряд ли сувенир золотеть будут. Ну, вот он от старости, представьте, ничего с ним не случилось. Он что-то даже не темнеет. Ну, вот. Что тут еще? Ну, может, его натерли. Серебро он как потемнело. Да, кстати, сейчас вернусь. Видите, здесь я оттер, естественно, а здесь, видите, какой он был черный. Я его не стал для аутентичности, скажем, его чистить. Ну, и здесь тоже все осталось. Здесь я его, конечно, почистил, чтобы клейма разглядеть. Здесь я почистил. Но он легкий, но это серебряное напыление. Вот, что еще? К стулу, если вернуться. Такой тут красивый тоже, видите, декоративный. Тонкая такая работа. Такой, видите, любители красоты постарались. Красиво. Ну вот курорт, вот фотографии черно-белые. Я думаю, это, наверное, ну как скажем, может быть, и годы увеличивает, скажем, этого самого стула. Не знаю даже, какой возраст. Может, ему 10 лет, а может, ему 100 лет. Гадать не будем. Мне нравится вот такой стульчик. Так что смотреть за обновления, новинки у нас бывают.